Здравствуйте, уважаемые! Я хочу показать в этом видео, как удалять одинаковые кадры из видео. Посредством Sony Vegas я не нашел, как это делается, поэтому я предлагаю свой способ. Что имеется в виду? Вот есть видеоряд. И он намеренно плохого качества. Вот видите, вот эти вот фризы. Это как раз из-за того, что в видео очень много одинаковых кадров. Ну, стоп-кадры, я так понимаю, они называются. Хотя я в терминологии не силен. Вот если мы прокручиваем покадровое изображение, вот движение есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шесть кадров, движения нет. То есть эти кадры, они одинаковые абсолютно. Ничего на экране не происходит. Вот. Если их удалить вручную, можно, конечно, это сделать вручную. Как это делать, я думаю, все знают. Разделяем, разделяем и удаляем. Вот, но урок не об этом. Рассказ мой. Это не урок. Это просто рассказ. Значит, как их удалить автоматически, то есть, чтобы это сделал компьютер. Для этого мы берем этот видеофайл, сохраняем в последовательность изображений. Я не буду рассказывать, потому что сам не знаю, что такое XR, что такое VM-фото, DPX, этого я не знаю. Если желаете больше знаний, читайте интернеты. Я расскажу, как конвертирует в JPEG. Это самый простой формат, ну как простой, и он занимает мало места, потому что если вы сохраните серию картинок, то вот если вот наконец видео поставить, вот здесь вот будет кадр. 467 кадров в этом изображении, то есть 467 картинок. Если конвертировать, визуализировать, секвентировать, кадрировать, в, например, в формат PNG, то каждая картинка будет занимать мегабайт, полтора, два, в зависимости от размера видео. В данном случае видео 1280 на 720. А если конвертировать в JPEG, это будет 150 килобайт одна картинка, то есть в 10 раз меньше. Но это так, отступление, так скажем. В общем, выбираем папку, выбираем название, ну и бла-бла-бла-бла-бла, и рендерим. Вот, пошел рендер. Сейчас наше изображение сохраняется в виде кадров, в виде картинок. Ну, как сказать, последовательности картинок. Вот это папка. Все, конвертация прошла очень быстро в JPEG. И тыры-пыры. 466 кадров. Ну, плюс нулевой, наверное, да? Да, 467. Если его открыть, вот получается такая вот шляпа. Дальше. Что нужно сделать дальше? На этом, как бы, роль Sony Vegas завершена. Его можно временно закрыть, ну или свернуть. Дальше нам понадобится программа, которая называется Duplicate File Detective. Если по-русски, то... Если по-русски, то я не знаю, как это перевести. Ну... удаление дубликатов файлов. Значит, где ее скачать, вы найдете сами, пожалуйста. Это не вызовет проблем. В данном случае у меня сейчас Duplicate File Detective версия 6.1.79. Значит, вот вы, значит, ее установили, открыли, куча кнопок, бла-бла-бла. Просто сюда нажимаем. Выбираем это.
выбираем далее, находим нашу папку с секвенцией, раскадровку, где она? Вот она. Вот. И переносим ее сюда. Нажимаем далее. Значит, здесь, ну, я не знаю, что здесь писать, но я написал расширение файлов. Я имею в виду не то, что не знаю, что писать. Может быть, и просто звездочка, точка, звездочка можно оставить. Ну, я вот так вот напишу. Так, а точно JPEG? Ну-ка. Ладно. Расширение файла. Все. Дальше тут размеры файла удаляем, изменено, удаляем. Папку не помню. Главное, чтобы был хэш файла. И, по-моему, больше ничего не надо. Дальше нажимаю далее. Вот это вот на всякий случай ставлю. Нажимаю готово. Ну, не надо. Все. Мгновенная детекция. И, значит, сколько файлов? Сколько файлов? Количество? Так. Где тут статистика-то была? Короче, очень много дубликатов он нашел в этом видео. Ладно. Как это окошечко? Как это окошечко сокошечить? Так вот. Вот. Так? Или не так? Ну да, вот так как. Все, дальше. Вот у нас дубликат файлов. Если посмотреть, вот эта первая группа, например, видите, в нем вот они разделены такими линиями. В нем три одинаковых файла. Ну, картинки в данном случае. Это вторая, например, группа. Здесь две. Это вот, например, какая там четвертая. В ней уже раз, два, три, четыре, пять, шесть одинаковых файлов. То есть шесть одинаковых картинок. Всех надо удалить. Оставить один. Поэтому я жму сюда, Smart Mark, отметить по позиции, отметить все, кроме первого в каждой группе. Ну, я на всякий случай вот эту галочку ставлю. Обеспечить один неотмеченный файл в каждой группе дубликатов, чтобы, вот, ну, чтобы один файл оставался. Итого получается, вот у нас отметилось. В первой группе два файла отмечены, один остается во второй группе, в третьей группе, в четвертой группе все отмечены, кроме первого. Все. Дальше я нажимаю просто удалить отмеченные. Вон тут бла-бла-бла. Выполнить уверенные. Все. Файлы удалены. Теперь если открыть секвенцию. Если ответить папку секвенции, то мы видим, что 0, 1, 2, 3, 4, 5 нет. То есть нумерация изменилась. Я не знаю, в Windows тоже как-то можно групповое переименование делать. Я этого делать не умею. Я делаю это с помощью другой программы. Total Commander открываю. Нам нужно переименовать файлы, чтобы они были последовательны. Счетчик нумерации, чтобы был 1, 2, 3, 4, 5. Поэтому я открываю вот так вот нашу секвенцию. Выделяю эти файлы. Групповое переименование. Так, тут я пишу. Нет, тут я ничего не пишу. Тут я пишу счетчик. Тут я пишу счетчик и выполнить. Все. Вот у нас файлы переименовались. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, бла-бла-бла. Все. Блин. Пожалуйста, закройся. Спасибо.
Дальше. Все, этот дубликейт файл детектив больше не нужен. Можно закрыть. Дальше открываем опять Sony Vegas. Открываем папочку. Выбираем секвенцию. Выбираем первый кадр. Первую картинку. И вот здесь вот ставим галочку «Открыть последовательность изображений». Вот, 205 изображений. Было 400 с чем-то, стало 205. То есть в два раза все это укоротилось. Нажимаем «Открыть». Здесь можно ничего не трогать. Нажимаю просто «Ок». Вот, смотрите. Вот эта дорожка, как изначальная, оригинальная, которая вот так вот тормозит. А вот это то, что получилось. Чуете разницу? Оно, конечно, FPS не прибавляет, но лишние кадры удаляет. То есть видео становится плавнее, намного плавнее. Ну, вот, если вы не поняли. Так, куда тут жать надо, слышите? То есть вот это вот так. Вот это оригинал еще раз. Замороженный. Так. А вот это после секвенции. Ну, я думаю, результат налицо, как говорится. Видео при этом стало в два раза короче. Ну, примерно. Даже меньше. На этом все. Спасибо за все. Всем пока.